вообще надо. Да, такое есть. Так можно, да? Да, туда едем, я вспомнил. Дальше по асфальту. Ну, сейчас выйдем на асфальт, вон направо сразу идем.
тысяч рублей получает абонент из Москвы, номер которого заканчивается на 1927. Его имя я назову примерно через 10 минут, друзья. Мась, ну отъехай, смотри, какие дяденьки сидят. Ты что, ну это перекресток, ёпта, куда я поеду? Ну назад сдай, пускай не проедут вправо-влево. Нахуй на встречку-то лезу. Это встречка. Ты назад отъедь от встречной полосы, блядь. Да это встречная полоса. Это встречная полоса. Вот там где ваш, с вашей стороны, где уважение? Здесь пробка кругом. Вот пробки достояли до перекрестка и все. Если я так поешь, тебе хрен пропустит, что будешь тупить? Я так не ездил, понимаешь? Я не ездил, серьезно. Я так не ездил. Да, я такой хороший, да. Потому что это перекресток. Я сейчас поеду назад, блядь, жопу въебусь кому-то, я виноват был. А вы уедете. Ну конечно. Ну как конечно. Вот сдайте сейчас назад. Не проеду, хуя. Там две машины уже стоят, вы понимаете? Там одна машина стоит. Вот именно, что одна машина. Есть правило дорожного движения. Вы понимаете, что это встречная полоса? Ну да. Ну ты умный, я понял. Ну. Да. Спасибо. В отличие от побольше, блядь. Давай попробуем. Дебила, блядь, кусок нахуй.